Это видео было снято на днях в Бангкоке. Женщина начала рожать прямо в такси, когда машина застряла в дорожной пробке по дороге в роддом. Роды принимает сотрудник дорожной полиции. Подобные случаи для столицы Таиланда не редкость. В год их бывает около 20. Однако тайские гаишники к таким ситуациям подготовлены. С 1997 года в городе для них действует специальная обучающая программа «Как принимать роды». Сегодня еще 60 дорожных полицейских обучились этим навыкам. Из-за характера дорожного движения в Бангкоке таких ситуаций нам не избежать. Все мы с ними сталкиваемся. Когда дороги перегружены, мы вообще стоим на месте или двигаемся очень медленно. В такой ситуации беременные женщины получат помощь. Полицейских обучают лишь базовой помощи при родах. При этом они обязаны при первой возможности как можно скорее доставить малыша и маму в больницу. Это обучение помогает мне стать более уверенным на этой работе. Если бы мне пришлось столкнуться с такой ситуацией до обучения, я бы очень переживал. Даже здесь я волнуюсь, а в реальности это было бы еще сильнее. Эти курсы уже помогли спасти жизни более сотни человек. Дороги Бангкока – одни из самых перегруженных в мире. По данным за декабрь прошлого года, в городе было зарегистрировано почти 9 миллионов транспортных средств.